Наша маленькая стая уходит в небо. Джур. В небо. Джур, что ты там смотришь? Джур. Паркинг смотришь? Паркинг. Цыганва. Ну что, шабаш? Вот это табор. Вот это табор. Все, шабаш. Гейм овер. Выдвигаем в сторону Вроцлава по чуть-чуть. Напоследок заехали в набережную Гдыня. А тут бегуны. Бегут. Йоу! Перекрыто все, толпа бежит. Утка заблудилась. Ну, я пошел. Вика подала пример, сейчас вся, все будут лезть. Лебеди. А где эта лестница? А я думал, лебеди на море не водятся, видишь? Все отрывать, да, Вика? Ваши сеструльки ваши. Зря! Я говорю, а вот все руны главные планеты. А лебедь себе там колупает, что-то не ждет хлеба, что сковыряет и какие-то водоросли там. А орут только большие, да? Малые молчат. Финишная прямая. Триатлон. Получается бега 21 километр. По Гдыне 21 километр бега. Велосипед, плавь. Давай, тафай. Тафай, тафай. Смотри, какие бочки, Юрик. Пивко варят, да? Смотри. Пойдет нержавеечка. Да, пивоварня прям в кафешке, да, пивоварня прям? А вон камбала, смотри. Вот пес. Толпа, он прям на крыше вялится там. Триатлон. Yeah.
построили лестницу. Тут бегут айронмен, айронмены. А тут построили лестницу, переход для людей. Красавчики. Красавчики. Ну что, где еда? Нема. Не хотят кормить. Я сейчас умру. Задули газа на 150. Сейчас будем супа задувать на 44 злотых, да? Нормально, Вика? 44 так дешево. Газа на 150, а супа на 44 на всю семью. Вот эта машина жрет, да? Вермишелевый суп ты хотела видеть, да? Как раз картошки. Да не болтай, ты жуй давай. Как раз похоже. Конечно. Ну, крем-суп. Крем-суп. Журочек. Колбаса, яйцо и что там? Ты колбаса, да? Угу. Без сухарей? Коко. Скрэпи коко. Ну, пойдем. Ушел барсик. Мася. Мася? Макс. Макс. Макс, иди сюда. Опа. Иди, иди сюда. Фас. Где кошка? Кошка стула потанцует сюда. Ну-ну, и кот. Ого, шерсти, глянь, сколько с него. Жесть. Фу. Жесть. Короче, мы заселились в зоопарке. Тут крысёныш. Привет. Ух ты, здоровая крыса какая. Ты смотри, какой он здоровенный. Хвост. Да ты шо, крысак такой настоящий. Хвост такой страшный. Короче, заселились. Лерка уехала в Украину. Эти, барсик. А мы заселились пока в её комнату. Заселились в свою комнату, ищем хату. Ищем хату, хата, тупой движ. Звоним, одна хата трехкомнатная, 65 квадратов. А он говорит, максимум две особы, прикинь. Говорю, в трехкомнатную, 65 квадратов. Да, максимум две особы. Вот они любят, короче, указывать, сколько людей должно жить. Такой тупой движ. Так что мы в поиске хаты. Хорошо, пока нам предоставили комнатуху от Лерухи, да? Thank you very much. Подлёды, Ниса, подлёды. Свет, нравится тебе? У тебя под домом будет ларёк с мороженым. Мне тебе больше нравится. Мама, я поморожена, да? В общем, приехали смотреть квартиру. Район хороший, все дома новые, все новое. И тихо, и спокойно. Четырехэтажки. Стоматолог есть, смотри, у нас прям под домом. Mm-hmm. Парковка. Ну, в плане, что тихо, тут спокойно. Потому что там, где мы жили, на стадионе, трасса, дрифт. Ну, самолет пролетел. Так что тут самолетная трасса над нами. На взлет идут самолеты. Сейчас посмотрим. Ну, район классный. Мне нравится, в плане, что тихо, спокойно. Тишина. Возможно, наш будущий дом. Написали смс-ку. Просим соточку на аренде, чтоб скинула. Да, сейчас подождем. Что она нам отпишется. Да-да, нет-нет. В принципе, райончик новенький. Даже кофейню мы не нашли. Рыночек, что там, пироги продают, кебаб, магазин, пекарня какая-то. А этого кофе нету, кофе не нашли где купить. Так что можно кофейню открывать. А может, спальный район. Она тут и не надо. Вернее, она тут не пойдет.
тихо, спокойно, и в то же время в центр 4,5 километра. Как бы неплохо. Вот местный рынок. Не, скоро пиццерия. Пиццерия? А, этот открылся. А. Может, не к вечеру открывать? Можем, можем. Вот тут местная богадельня вся туда. Кебабы, вареники, пекарня. Вот так вот. Вон бедреночка есть, да. Это очень важно. Это очень важная тема. Вон стройка, растут как грибы. Новые дома растут как грибочки. Баба говорит, на глазах все выросло. Они сами офигевшие. Опа, налево и направо, да? Прямо нельзя, смотри. А, ну да, как мы выезжали. А, сюда, точно. Вот, мы выехали от дома, а у Светы тут мастер живет по ногтям. Так что вообще, типа, пешком будешь ходить, Света, раз-два и здесь. Там можем где хочешь стать. Тоже новый район. Вот это они наклепали недвиги, да? Мама, не горюй. Вообще. Все, Света, иди делай ногти. День первый. Опа! И не помогло. Что да? Не помогло, еще не разобрал ничего. Не тут. Ой. Заживала штору. Ваше действие. Мама, не беси папу. А то сейчас я вместе со шкурой сожрет. Ваше действие, не беси папу. Дядька залезла в этот шкаф и вынесла двери. Вышла вместе с дверями. Это был день первый. Я заживал тюль в ролет. Сейчас, походу, улетит. Сейчас и тюль на голову упадет. Да, тюль не упадет, но ролет сейчас... А ролет может. Красава. Что делаем дальше? Дальнейшее наше действие. О! Так. Дядя. Держи ролет. Держи ролет. Давай вытаскивай. Ух ты, блин. Угу. Да все, держи ролет. Я пошел мыть руки. Будем покупать карабас целый, наверное. Давай собирай, разломала все. Где-то... Весь ролет. Нет, это ты. Нет, это ты. Открутили от этого барабана и вытянули через эти ролики. Теперь что? Теперь надо собрать все назад. Что-то тут так оно тупо. Да нет, я не пойму. Не держит. Все работает. Все сделали, ну его нафиг. Чуть-чуть лямка уходит вправо, а это влево, и оно перекосик идет. Ну, универсал готов к поездке за вещами. Все выгрузил.
Сейчас едем за вещами. Кстати, открылись у нас во дворе эти мороженое. Так, пультик у нас есть уже от ворот. Ниса, старая Ниса. Вот наш райончик новый. Все, заехали, сняли хату. Позже покажу. А мы думали, что не работает. Ни кофе, ни мороженое. Они открываются просто после обеда. Тихо, спокойно. Поехали. Телекомп. Две кровати. Сейчас будем перевозить. И снова наша баржа забита. Двухъярусная кровать, телек, сушилка, монитор, торба, торбы, корзины. Короче, всю хату загрузили в универсал. Под четким руководством Ромарио. Да, Ромыч, что ты? А, комп. Ты шо? Так что Романа тачка осталась пустая, без работы осталась. В аудюху все влезло. Это хорошо, что я колесо дома выкинул. Смотри. Опа! Это ж так можно и стекло развалить. А я, ты знаешь, вот, об эти. Стекло ты не развалишь, ты. Прикинь, что мы сделали. Або ты ее что не досунешь? Або нема куда. А не. Досунул. Вики в спину. Та ты шо? Америка, то затонировал, смотри, зато хоть не видно гнидники, можно катать на Украине, затонировал, 700 гривен пацаны взяли. Так что огонь. Райончик Поповица. Прикольно, охота снять. Дворичек такой. Прикольный. Много вообще очень новых домов, новых районах. Красота. Вело, мусор. Фонтаны не ходят, наверное. Ну, подойдем. Красота. Прикольно. Прикольный райончик. Погнали. Дави, Вика. Дави, Вика. Давить. Зеленую. Не нажала. Нажми еще раз. Опа. Огонь. Мустанг. Мустанг, это ж тебе подарок. Так вот, наш, можем через балкон выгрузим вещи. Кстати, где он? Вот тут наш балкон. Что это за балкон? Офис интернета во дворе тут. В подвале где-то нашел. Все, договорился, придет к нам мастер. ЦПРнет подключит. Офис 300 метров от дома. Вон наш дом. Нашел я их. ЦПР. ЦПР. Так, как выйти теперь с этого ЦПРа? Опа, все закрыто. Как выйти? Терраска. Камыши. Дети, как дела? Все окей? Иди на, похавай. Нате, покушайте что-то. Кормить их можно даже, чтобы домой не заходили.